Сегодня в Новосибирске начали испытания теплосетей. Ежегодная проверка позволяет выявить сотни поломок и дефектов. Их нужно устранить к началу нового отопительного сезона. Весь город разделен на несколько зон. Проводить гидравлические испытания будут в каждой по очереди. На проверку коммуникации в одной зоне у энергетиков уходит от 6 дней до 2 недель. Михаил Якимов подробнее. 1600 многоквартирных домов в Новосибирске сейчас без горячей воды. В городе стартовали традиционные испытания тепловых сетей. Теплая погода в этом году на руку коммунальным службам. Поэтому испытания начали раньше. Начинаются испытания по двум зонам ТЭЦ. Это самая большая зона ТЭЦ-5. У нас идет отключение в Зальцовском, Железнодорожном, Центральном районах. И по зоне Кировской районной котельной и небольшой части Ленинского района. Всего в этом году у нас запланировано 14 этапов, которые пройдут в течение 3 месяцев. Это май, июнь и июль месяц. В основном энергетики рассчитывают провести испытания на каждом участке за 6 суток. Но если обнаружат дефект, который нужно срочно устранить, то отключение продлят до 2 недель. Первый этап испытаний специалисты называют расхолаживание. Тепловые сети подаются вода не принятой температуры, летом это 75 градусов, а температура 40 градусов. И повышается давление в сетях более чем на 25% выше рабочего, и выявляются места ослабленные. Короче, за отопительный период выявляются дефекты. Специально, чтобы их устранить, и чтобы зимой было меньше повреждений. Новосибирцы к отключениям горячей воды, похоже, уже привыкли. Отключили, отключили. А как выходите из этой ситуации, когда нет горячей воды? Вот нагреватель. Без воды плохо, но желаем, чтобы вы быстренько все это организуете и сделаете. Чайнички спасают, ну и дачный вариант. Нет, нет, ни к соседям, ни в бане, только у себя дома. И в тазике плескаемся. Такую жару нормально, как бы это. У детей есть бойлер установленный, так что в бане на дачу помыться. Об отключении горячей воды жителей предупреждают заранее. Развешивают объявления на подъездах. Уточнить сроки испытаний можно и не выходя из дома. Узнать, когда именно в вашем доме отключат горячее водоснабжение, можно с помощью портала «Мой Новосибирск». Здесь на главной странице есть вкладка «Отключение систем жизнеобеспечения». Заходим в нее и оказываемся на интерактивной карте, где указаны все плановые и аварийные отключения. Находим свой дом и узнаем, с какого числа вода отключена и когда ее снова подадут. В августе, сразу после завершения всех испытаний, развернут масштабный ремонт тепловых сетей. Предстоит устранить все найденные дефекты. Михаил Якимов, Олег Кролевец, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.